Сегодня первый день нового еврейского месяца Сиван. Называется Рош Ходеш Сиван. И если вы посмотрите в Торе, прямым текстом написано про этот день что-то очень интересное. В 19 главе книги Шмот написано «Бийом в Ходеш Ашлиши» в третий месяц по исходу из Египта. В Ходеш Ашлиши евреи пришли к горе Синай. Интересно, если вы читали Тору, в Торе есть очень интересный стиль. В Торе очень часто упоминается слово «и». Если вы читаете Тору, начиная где-то с середины Паша Берейшис, и произошло это, и произошло это. Практически все недельные главы, если посмотрите, начинается «ва ишлах», «ва игаш», «ва яйце», что такое «ва, ва, ва». «И». То есть книга написана как одно большое целое. И здесь, на первый взгляд, исключение из правил. Должно было бы написано «в Бахойдыш». И в этот месяц евреи пришли к горе Синай. Комментарии говорят, что здесь начинается полностью новая часть еврейской истории. Сегодня, много лет назад, и 1335 лет назад, остановилась первая часть еврейской истории, началась вторая часть. То есть не «и», а начинается новая часть. Это подготовление и в конечном итоге получение Торы. И хочется сказать, что многие думают, что Тора, конечно, очень хорошая вещь. Даже люди, которые далеки от Торы, приходится, как говорится, согласиться, что Тора — это важная вещь для еврейского народа, не без того. И если вы представите себе бублик, извините за простой пример, но бублик, представьте себе бублик без дырки. Бублик без дырки — это, ну, вкусная вещь, это не бублик, может быть, но это хорошая вещь все-таки, да, булочка. И некоторые люди думают, что Тора тоже — это важная вещь, ну как-то еврей без Торы, конечно, не совсем еврей, но тоже хороший человек. На самом деле, еврей без Торы — это не бублик без дырочки, а, на мой взгляд, это наоборот, это дырка без бублика. То есть еврей, Тора хочет показать, что основы нашего народа и все, что у нас, все, что мы строим, наш фундамент, это Тора, которую мы с Божьей помощью будем праздновать через несколько дней, праздник Шавот. Но пока что надо подготовиться к этому празднику. Это не очередной праздник, очередная дата. Даже мы готовы покушать хорошо. Надо понять важность всего этого, на чем это основано. И тогда мы сможем действительно вот эти пряности в Шавот, когда мы их будем кушать в добрый час, нам будет действительно более понятно, что же мы празднуем с наступающими праздниками. И до встречи, до скорого свидания. Всего наилучшего.